Привет! Сегодня я покажу несколько самых простых упражнений, которые вы можете делать в течение дня. Я знаю, что многие работяги, но даже такие, как я, часами сидят у компьютера, то ли в кресле, то ли на стуле компьютерном, и вообще не встают 3, 4, 5, даже больше часов. Вот просто вот так юзают, но не поднимаются с кресла. И если у вас наблюдаются проблемы с простатой, любые проблемы, или это частые простатиты, или это начальная стадия аденомы, или какие-то ноющие боли, другие проблемы с мужскими органами, то обязательно в течение дня, сидя на стуле, можно делать несколько полезных упражнений. Итак, первое, самое простое упражнение. Просто сидим в нашем кресле или на нашем стуле и начинаем делать велосипед. Можно придерживаться за стол, можно придерживаться за ручки. Делаем велосипед. Ну, сколько хотите, там 15-20 секунд сделали велосипед. Раз, остановились. Буквально 5-10 секунд, перерывчик небольшой. Дальше. Делаем ножницы. Как вверх-вниз, так и можно делать из стороны в сторону. Дальше. Опять делаем перерывчик 10-15 секунд. Далее, следующее упражнение. Вот такое вот. Ножки поджимаем и уводим. Поджимаем и уводим. Если вы находитесь на стуле, просто развернитесь от стола и делайте данное упражнение. Далее, следующее упражнение. Просто удерживаем ножки. Пытаемся их удерживать. Пытаемся их удерживать. То есть, выпрямляем их, носочки тянем и удерживаем. Это упражнение тоже отличное. То есть, все тут дальше разогревается. Кровь разгоняется и уносит наши отеки. Следующее упражнение. Вот такое. Вот. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Очень хорошее упражнение. Придерживайтесь. Можете держаться за что угодно. Кстати, все такие упражнения отлично работают и на укрепление различных тазовых мышц и, конечно же, нижнего и среднего пресса. Ну, самым отъявленным еще одно последнее упражнение. Подносим ноги к себе к груди и как бы выворачиваем в одну и в другую сторону. Здесь подключаются уже и боковые мышцы. Фух. Отличное упражнение вообще в целом для мужчин, особенно которые долго сидят за компьютером, а также для тех людей, у которых наблюдаются проблемы с простатой. Различные проблемы. Будьте здоровы и пока. Ну и если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.